Куни на языке суахили означает «дерево». Мы хотели создать естественный проект, который позволил бы глубоко прочувствовать всю атмосферу настоящей природы. Ведь если бы вы попробовали пройтись по этой плитке, вряд ли бы вы сразу поняли, из чего выполнена поверхность, по которой вы ступаете, дерево это или керамика. Кроме прочего, мы подумали, что плитка с имитацией дерева может быть прекрасным вариантом для облицовки, поэтому мы обыграли ее интересным образом, предусмотрев также для этой плитки особенную структуру. Полученные нами слябы напоминают только что распиленные необработанные деревянные блоки. Помимо этого, декоры, которые мы подобрали к проекту, были выполнены эксклюзивно для нас художником, работающим в направлении уличного искусства стрит-арт, и представляют собой оригинальные элементы, которые подчеркнут самобытный интерьер таких помещений, как магазины, бары и многие другие.